такая хорошая резная фигура. И всего-то 19 евро. Она огромная. Ну, где-то ну, точно 50 сантиметров. Дельфин, который русалку полюбил. Кстати, хорошая. Крышечка и тарелка такая, типа шкатулка. Это вот для сыра, господа. Классно. Сырка туда, там еще что-то написано. Так, литография здесь. Ага. Ваза солидная, 29. Ну, кайзер. Карл Носик, дизайнер. Большая. Евро эта картина. Так, разнообразные вазы. Кстати, интересные штучки. Игрушки.
Как красиво. Они, кстати, дико дорогие. Это вообще эксклюзив. И они здесь, видите, с крючочками друг за друга. Обалдеть. Ого, тарелочка тяжеленькая, но это все ручная, господа, работа. Вот классная, огромная тарелка тоже ручной работы. Кстати, шаровая цена Розенталя по 10, это вообще прелесть. Очень дешево. Кобальт вообще это супер. Мне очень нравится эта серия. Их вообще 12 тарелочек. Потрясающе. Отличная цена, отличное состояние. Аладдин. Художник Виндблад. Кстати, все есть. Розентальчик, видите? Классная. Это волшебный конь. Хорошая цена, ребята.
ваза, конечно. Килограмм, наверное, 5, наверное. Очень красивые. Это китайская, кстати. Тарелка, а это подставка, видите? Что же за тарелка? Между прочим, ручная роспись, легкая такая. Стоит 25. Красивая. Тиффани, кстати. Это очень качественная. Здесь написано чистая мужская, ручная работа. Вот написано Райны Хантербай. Класс. Тоже ручная роспись такая ваза. Да, это симпатичная вещь. Так, изумительные, кстати, немецкие фужеры. 7 штук. Красавец. Это тоже все ручная работа. Такой графин обалденный. Вот на свет, смотрите, как моща, двухслойный хрусталь. Но если его помыть, это вообще будет песня. Так, это для лука. Вот тут дырочка, чтобы лук не прел. Штука винтажная. Это какая-то древняя. Древняя.
ровненько. Кстати, старое немецкое стекло. Это Австрия. Тоже классная вещь. Стоит 19. Это еще дешево. На eBay они стоят, будь здоров. Ну, кто понимает, это очень сильный декоративный объект. Очень мощный. Очень мощный. Это, естественно, все ручная работа. И раньше это стоило вообще дикие. Но сейчас это все, знаете, тоже. Посмотришь на eBay, и там будь здоров. Цены, будь здоров. Грибочка не желаете? Винтажненького. Такая вазочка. Нет, чтобы съедобный гриб сделать. Плохая педагогическая работа. Подсвечник, птичка. Шарик. Ого. Шарик, конечно. Весит. Видно, падал когда-то уже. Если кому-то на ноги упадет, то будет круто. Вот такая ваза. Тоже интересная. Подсвечник. Ну и ваза здесь. Изумительная фаянсовая шкатулка, просто прелесть. Так, и минималистичный сервиз, маленький такой, классный. Посмотрите на эту сахарницу, это очень маленькие они, конечно. Так, уважаемые господа, всем до свидания. Заходите в гости.